Точнее, мы про. Я пробовал когда-то давно, но давно в эту игру не играл. Посмотрим, что это такое. Так, в районе Камски. Что такое? Так, подождите, это. Ты прочитал? Да, но я фото не вижу. А, вот загрузилось. А, я понял. Ладно, окей. Я, короче, стрим, короче, включил. Да, вот фотка прогрузилась, я понял, короче. Прочитай нам, блядь. Да, я прочитаю. Я таких типов знаю, а то мои коллеги, короче, по работе. Серьезно? Да. Хуй. И они ловцы, мне, короче, ловятся на. Ну, я понял тебя. Короче, я скачал Hard Ops, Дим. Я сейчас попробую поиграть. Hard Ops. Там, допустим, все вместе все включу, и это, и то. Короче, с Артуром сегодня побегали. Ну как чуть-чуть, потому что я потом был занят. Беговка прикольная. Ну она, видишь, как тебе сказать, прикольно. Ну такое, такое, да, такое, блять, странно немножко. Ну, чувствуется, да, что-то такое. Почему не могу этот купить, блять? Чувствуется, да, что-то такое, но. И что, блять, он доступен, что ли, типа, да? Это контракт вор, да, типа. Что-то такое, чувствуется, да? Вот это да, а это че, почему недоступен, нах? А, он не разблокирован еще, что надо сделать-то? А, ну и окей, короче, я понял. Так, ну что ж, бронебойно, это. Звуки охеренные здесь, конечно. Я за Юсек играю. Попробуем от Hard Ops что-то такое. Ты скачаешь Hard Ops сегодня? Это можно. Мазафака. Эти придурки пишут, под постом. Че пишут? Там. Вот. Блять. Блять. Сейчас тебе зачитаю. Рембики, блять, я его не вижу, где он. Все в школе бывают эти полутвободно по городу, со стволами, неважно какими, никакого наказания, этих не старичков могут сердечко отказать, такие обвинять детей, примут такие поведения норму. Ну я, да, только теперь. Я в крюке работаю, там еще там похаживал. Мне предлагали руком сидеть. Изначально, когда я устраивался, мне предлагали руком. Окей. А мне спросила, где ты играешь? Я сказал, лезвие. Она такая, Че, че говоришь, трезвый? Нет. Я, она говорит, она мне спросила, где ты живешь, я сказал, поселок на вылезе, она мне сказала, о, далеко, очень далеко что-то, ну, сам понимаешь, блядь, отсюда на верхнем рынке ехать, это пиздец. И в итоге, чё, она мне сказала, то, что в Соликамске, если, ну, водится, я позвоню, и вот, так она мне позвонила, блядь, не могу его убить. Я устроил туда. Mm.
Так я ж рейдлился своей твитой, блядь. Ну я понял тебя. Охуенно, да, блядь. Так, ебаный шайки. Так, разобрали мужчины. Топ, пеликамка, жертвного чище твари надо или бабло. Как-то мне не хочу. Да, вылазь, вылазь, вылазь. Да, блядь. Пизди, пизди нахуй. Их отла, знаешь, и это, там куча. Как их это отстреливать? Там не знаю. Как снимать? Там дротиками, короче, стреляют. Лекарство специально. Стреляет. Усыпительно. Усыпительно, да. И это собака отключает. Да, ее, короче, грузят. Машину, блять! И ведут это. Чё за долбоёб, блядь? Стрельнул опять, блядь. Свой же ебашит. Животное, блядь, ебаное. Блядь, видел тебя. Ну я ничего не смогу сделать, блядь. Понят дело, Дима, понял, короче. Дура пишет, это у них чё? Это калаш, что ли? Да, калаш. Да, боевой. Блядь, калаш. Автомат Калашникова. У них типа этого, как его. Да, блять, свой вот лезет под пули, долбоёб. Типа такого. Ну, снимай. А, во-во-во-во, типа штука. Блять, дайте я зайду, ёбну, а. Заебали, блять. Тихо, 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 тихо. Кто? Блять, откуда? Макс Корж, блять. Размечтался, Макс. Пиши, попробуй ее. Калаш, блять, нет. Нет, Николай. Хуже скажи, ментов, винтовка Мосина, блять. На! Хавай! Так и не писура! Так и не писура, нет, мне колоссульная, только хули не обращай внимания на больных, ебай. Ну да, нет. Детей, субботу, ловцы, редлер стреляли в собаку. Это тот пилот во дворе давно. Добрый. Мне так не достать, блядь. Не с калаша. С калаша ты не достать. Только бездомная собака, блядь, так, блядь, надо стреливать и нахуй. Приют, блядь. А вдруг, блядь, это нахуй. Нападет, блядь. Все, может быть, не исключено. Блядь. Я вот видел там, блядь, в топоре. Знаешь что? Блядь, девушка, блядь, да? Это лицо нахуй, блядь. Блять! Ты меня снайпер что заебал, если честно. Ну, это мясо, блядь, черепом. Прикинь. Где этот Макс Кор, что он первый идет, наверное? Да, третий, но он, блядь, сидит, сука, блядь, на очке ровно, блядь. Надо мне его выкурить каким-то образом. Каким образом я его выкурю, я не знаю, конечно. Тихо! Где? Не вижу, блядь. Да ёбаный в рот-то, а! Что за хуйня, блядь? Ладно, бывает. Давно не играл просто, сейчас все наладится, реакции не хватает. Знаешь, я не могу понять, почему он не видит тоже кинетического заявления. Нахрен, стреляем, стреляем. Если не вовсе. А тут еще дура пишет, короче, знаешь, где наша уважаемая полиция сейчас не ходит, собак убивает, а потом
на людей будет охотиться, а, блядь, чуть ебанутая, блядь. Полиция только спалит, ловят всех, кто снимает, а самое главное, не видят без дела ужас. Ебнутая, что ли, блядь, дура, нахуй. Они, блядь, свою работу выполняют, блядь. Полиция скажет, блядь, чё, блядь, они только собак ловят, блядь, а? Дома, а, блядь. Да не парься, Дим, ебаный. Не, просто, это... Я не парюсь, но, блядь, просто рассуждаем. Пойдё. Так, ой. Полиция нахуй просто скажет, блядь, чё, блядь. Да? Конечно. Нам-то, нам-то такое дело, это ихняя работа, а собак ловить, блядь, ёпта. Да? Ты чё, строго? Вот, блядь. Там сейчас вот сидят, да, блядь? Ой, собак, Escape from Tarkov для нищих, блядь. А вот как, блядь, ребёнка, да, там пускают, да, сразу начинают пиздеть, блядь, вот, не ловят, блядь, не стреляют, нахуй, блядь, ничего не делают, да, вот, блядь, так всегда. Да, блядь. Вот круто ходит со словом, блядь, даже, блядь. Нужно владение оружием прокачать, да? Как вот это тут прокачать владение оружием? Только 5 пока еще. А, нужно мне владение оружием. Вот это. Автомат Калашникова. Пока еще только 3 уровень, мне нужен 5. Так, владение оружием. О, еще 2 только, ёбану. Так, давай-ка мы, наверное, поменяем оружие, да, наверное. Штурмовичок, давай потом его тут поменяем. Все хуйня. А тут нету, что ли, ничего такого, да? Нет, оставим калашное. Как был, так и был. Охуенно. А, инвентарь что-то в инвентаре, да, открыть. Этими мафиями всех, блядь, крышу же у всех едет, блядь. Блядь. А чего? Да с этими масками уже всех, блядь, крыша едет нахуй, блядь. Ты понял. Знаешь, в чем прикол, блядь? Это видосик один в нем. Или их истинные цели другие, ну, там, блядь. Да, блядь. Кто-то не на самом деле. Ох, ох. Не болеть. Не болеть. Можно? Знаешь, этого, блять. Сука, забыл. Блять, забыл, как его зовут там, блять. Мы увеличили количество больных на 80%, говорит, прикинь. Минздрав, главное, что? Да нет, это там, блядь. Блядь. Как это, блин? Как тебе этот видос показать? Можешь посмотреть? Сейчас, подожди. Нет, не могу, я на стриме. Блядь. Я как тебе скинуть? Да кинь в Discord. Потом, похуй. Суть-то в чем? Это ВКонтакте. То бишь, суть в чем? То, что правительство, да, наше. Блять, ну. Че там? Увеличивает, то есть больных. Увеличивает больных. Ну понятно. Чтоб вакцинация была, я вкус. Да, да. Вот. Там этот долбоёб только. Проговорился.
по стране в целом мы увеличили количество больных на 80%, он так говорит. Да. Типа в Москве там на 70, блядь. Уже тебя не видел, ты давно не был. Вот ты на чем, блядь. Блять! Нахуй не вообще не открыли, да? Похоже, сам кабинет. Что хуже был? Да? Да, конечно, как обычно. Нахуй я перевел, привычу жизнь. Ну чё, блять, издеваетесь, а? Может купить ничего не надо. Что-то слишком потновато, блядь, здесь. Идёт всё это. Немножко непонятно, кто стреляет, зачем стреляет. Там внимательно подслушивает. Потом. Бать! Вообще пиздец, не пролез, не пролез. Снайпера что ли начать качать уже, блять? Уж пиздец какой-то. Red eliminate. Кто это, блядь, непонятно. Я вообще не понимаю, где он сидит, типа. То ли читеря, то ли читеря, то ли хуй знает. Такое ощущение, что они меня видят сквозь кусты, блядь. Вот я вот одного. Через кости сыру понятно, бы долго смеется, блядь. Да бля. Ну, вообще пиздец, в одного целишь, второго убивает. Бля, просто не понимаю, как это умеет, блядь. Ну вот одно убийство сделал. Два ранения, блядь. Семь раз сдох. Не, игра какая-то странная, это читеров до хера в ней, блядь. Вот, блядь, вот как он меня видит, блядь, если я, сука, никого через эти растения не вижу, блядь. Откуда, блядь? Вот этого не понимаю. Рубят так, что пиздец, он 8 из 3, блядь. Ну вот вообще пиздец. Как непробиваемый, сука. Зато мне чисто прятать должен. Помог убить, блядь. Боже, блядь. Какой-то нахуй. Хардопс похож на какой-то кусок говна, если честно. Ну, блядь, я бесит. Ну, это да, такой бомж версия Escape from Tarkov для бомжей, короче. Бесплатная хуета, блядь. Раньше, кстати, платная была. Где, чё, где, зачем, почему, блядь? Да, я даже пойти не могу, уж понятно. Карта небольшая, но где все, хуй знает. Во-во-во. Ну, непробиваемый, ёба. Сколько патронов надо было отсечить, блядь. Так, сейчас нам нужно добежать до сюда, блядь. Блять, беги, долбоёб, перелом ноги, блять, пизда. Пизда вообще. Ты качаешь хардопс? Нет.
Тихо, удалось. Добил, блядь. Поддергивает неплохо, это поражение. Ладно, хрен с ним. Гантим хочу. Нет, гантим гим нет. Либо ты змач, либо вот такой вот. Без разницы, короче, тут все включаем, пробуем. Внешний вид, блядь. Порт 5 для змач. Понеслась, блядь. Okay, guys, you know the truth. Это подливает там, если что продать им. Когда ты голосовал, это вот такая. Там группа ебанько, ебанько-то? Ой, давно приятный, было, Дим. Приятный голос такой. Ебанько, да. Он же чисто степует стебется постоянно. Там, блядь, тут опять песни про емблю там. Блядь, сквозь нахуй этот ящик, блядь, охуенно там, сделали, блядь. Тебя скорее там, блядь. Да блять, ну у него скорострел. Обидно, да. Окей. Калашин что-нибудь другое поверить, что ли, блядь. О, блядь, по заборе себе надо что-нибудь взять, чем калаш. Блять, надо было купить, долбоёб я ссаный. А! Больно. Блять, на нож, сука, на перезаряд. Пиздец, блядь. Пиздец. Что за видос, блядь? Че за видос? Она спотная, только я. Блять. Порти, блядь, это так, блядь. Племя Алтын нахуй. Мне никак. И тут кем фрум Таркова нахуярит такой, блядь. Мы на месте, блядь. Да, блядь, вот как он видит вот этот вот. Мистер Твой, блядь. Гной, блядь, хуй знает. Вот не успеваю, у меня даже реакции нет, блядь. Как у него, блядь, сразу же в хэт направлять, блядь. Может как-то по-особенному держать мышку, блядь, я хуй знает. Двумя руками. Да, гелик, блядь. Нет, надо другой ствол брать, скорострельнее надо смачить, потому что у меня скорости не хватает. Ну, а так АК-74, блядь, хуйня очень помощь. Ну ладно, это пойдет. Зато он у меня покрашен. Типа того, блядь. Так, поехали. Блядь, я даже, блядь. Блядь, да ёб... Карты очень маленькие, пиздец. Я просто даже разогнаться не успеваю, блядь. Крысить. Блять, мой же был, сука ты. Ну тут без вариантов. Блять, я вот не понимаю, блять. Меня так быстро затаранивают, да? Давай, короче, толком. Кидать будем гранаты, короче, ладно. Да куда-нибудь нахуй. Ловите, блядь.
Вилли, да. Чувак там. Что, ты подойдешь сюда, нет? Привиться, да, его привили, нахуй, ему сразу хуёво стало, блядь, прикинь. Да, слышал. Там еще какая-то буксуна такая зеленая, блядь. Бля, ту и карта, конечно. Длинная, нет, дезматч вообще не вариант. Слишком маленькая карта. Вот, блядь, ты... Друг по другу блядь. Бегаешь, блядь. О, блядь! Тут видно, что кто-то кого-то видит, короче, явно что-то не то, блядь. Даже икнуть негде просто, блядь, сразу. Вот, вот как он меня видел? Да никак, он уже был готов на префайре уже. Античита нету, соответственно. Такая себе игра, чисто последствия. Пеня, тихо. Кстати, в Escape from Tarkov чит есть, античит есть, интересно? Да. Escape from Tarkov чит, античит есть? Да. Культа там читеров так дохуя, блядь. Будем бета-лай, не знаю. Бета-лай? Ой, блядь. Вроде бы, не помню. Конечно, по игре читеры. Ну где-то больше, где-то меньше. Блять, я уже стою, потому что написка здесь, блять. Не. Чё, блядь? Чё, не повезло, да? Где ты? Блять. На нахуй. Блять. А ты мне не повезло, да? Чувак, блять. Я вот перезарядиться успел, блять. Да, ну тут у меня не хватило немного. Ни хрена ничего не хватило, скажем так. Блять, вот. Кто ж ебаться там? Наебали, блядь. Тут античита нету, улица, блядь. Эй, блядь, ну... Гелик, блядь. Понятно, все, что помню. Так. На, ловите гелики, блядь. Поймали? Весело, правда? Вот так. Блять. Вот гелик, гелик, наверное, первый. Да, я понял, он все видит просто, блядь, тупо школьник. Набом ебанули, себя чуть не убили, блядь, кровь течение еще хорошо. Не понимаю, где они. Блять. Ну конечно, блядь. Стоило мне повернуться, он сразу же тут же, блядь, мне в спину высаживает. Логично, логично, да. Очень логично, блядь.
пиздец. Ну, Гелик все видит, короче, я понял. Так, тут деньги. Античитая в игре нету, поэтому, как говорится, долго нас не хватит в эту игру поиграть, мы. Хардбокс, ебаный хуй. Да просто на зажиме сработал. Только кемпирить, больше никак нахуй ничего не сделаем. Ну, да. Я думаю, часа на два мне хватит. Больше не хватит, блять. Все, слава богу. Это жестко, конечно. На. Так, сейчас я ему покурю и продолжу дальше играть в эту хуйню, блядь. Мне что-то игрушка быстро это надоедает, вот этот хардопс. Графика неплохая, конечно, игра динамическая, но читеров дохуя. Я видел чувак, там просто он на префайре уже хуярит, короче. Понимаешь, да? То есть, блядь, я еще даже очнуться не успел, он уже, блядь, выходит и сразу хуярит по префайру, понял, блядь? Заранее начинает стрелять уже, блядь. Это ж пиздец какой-то, блядь. И сразу же в хедыч, понял, раздает. В общем, видно, что чувак с читами играет. Сейчас я курну подойду.
продолжаем стрим. О, бля, сейчас найти надо хороший режим какой-нибудь, блядь. Для замачи то, что точно не подходит. Слишком дохуя говно. Я лучше надо скачать клиент этого. Чего, Старков? Contra Quartz. Contra Quartz? Да. Как, подожди, это Hard Ops сейчас называется. Есть Hard Ops, есть Contra Quartz, я играл в Contra Quartz. Подожди, Contra Quartz, он отдельным клиентом идет, что ли? Да, я его качал, там я играл. Надо его. Охренеть. Так Hard Ops то же самое, что Contra Quartz. Ну, только Hard Ops этот лучше будет. На один игрок охуенно. Короче, Берца ел, короче. Короче, я понял, ты всем бесполезно. Как его? Все врубаем, короче. Бир. Все подряд, блядь. Я же заберу. Ты за кого? За Эмберовца? А, тут без разницы, за кого кинет, короче, с того играю. Не, ну ты вообще за кого? За Бира? Вообще за как Бира. Бы симпатизирует Бира, конечно. Бир, я тоже. Вообще как бы. Ну а так мне похеру за кого. Играйся. Ох, ёп! Блять! А, у него пулемет, ёпт, охуеть. Тоже прикольно, но мне как-то больше тоже интересирует Минус один. Ног не видно, соответственно. Как обычно, ебой. Дешевая хуйня. О, там был. Долбоёб всё-таки, да? Блядь, а чё я его не добил-то, сука? Ну ладно, бывает, короче, ладно. Я плохо играю в эту игру, надо бросать эту. Дурную затею играть в эту игру, короче, идти в Days, короче. Ну ладно, еще часок, наверное, постримим. Хуйту, потому что это хуета не игра, блядь. Выносят пиздец жестко, нахуй. Бэм. One down. Red eliminated. First point taken. Блять. Ну он заминировал, там сидит, но пусть сидит, хуй с ним, блять, короче. Двойку взять можно, конечно, но я не знаю, какой резон, блять. Можно снайпера прокачивать, начинать уже, блядь. Кстати, а что это такое? Пулемет же был, да? Ну, подожди-ка, где? О! Хуёвый такой, блядь, пулеметик, блядь. Я МБ, фанаты, другого садиста, который должен быть. И... А! Я в БПБ, фанаты, группа вот этих стрелял. Прикинь?
Я такая, ты что? А где Драу? Я говорю, Драу? Не знаю. Я такой задал вопрос. А, ты что, тоже группа ходит? А Витька, он как? Да. Да, я слушал. Прикольно. Как же это? Я такая по моей фанатике. Что еще есть человечек? Не, ну я настолько фанат, что образ сделал ПБ. This one's finished. Get me down. Enemy killed. Enemy VIP is on the Capturing point. Enemy killed. Damn it. Mother. Блять. Ну а К 105 мне бы АК бы 105, а вы может быть что-то и сделал. У меня нет АК 105. Блять, ебой. Сука, не пробежать, да? Допустим, дроника, да? Давай дроник. Z. А сюда пускать не могу, да? Мне надо куда-то отойти. Давай. Блять, я долбоёб, сука. Это взрывной, оказывается, дрон-то был. Идиот, блять. Ладно, хуй с ним. Я говорю, я не знаю уже, как в это играть, блять. Ва, бля, ебать, ну. Enemy kill. Блять, паркура нет, все. Enemy down. Сосёшься. Enemy killed. Это дробовик такой, что ли? Охуеть, нахуй. Claiming point. Это дробовик такой, охуенно, блядь. Minus one. Threat eliminated. Ah!
так вот, да. С дробовиком-то вечно, блядь, с таким-то веселиться-то, блядь, вблизи, блядь. Выноси только в путь, блядь. Найди. Пиздец, такая хуйня охуенная, блядь, дробовичок, блядь. Ебать, пиздец, блядь. Хули не ебашить с такого оружия, блядь. Блядь, кучность бешеная, отдача ноль, нахуй. Да понимаю, блядь. Дробовук, блядь. А чё это, два раза в тебя попал, тебе похуй что ли? Ебать ты бессмертный, блядь. Не понял, а тут повисится. Так, давай-ка отойдём. This one's finished. Dread eliminated. Oh my god. Дай-ка. Батька хочет полетать. Night. One down. Well, well, говно. Ах ты, сука, а. Спалил, да, бля? This one's finished. Что ты делаешь сейчас? Throwing frag! Да. Эй, пау, блядь. Да. Шли нахуй, блядь. Пидоры, блядь. Знаешь, блядь, подвиж, нахуй, клип, подвиж. Бляха ебаная. С ножа, блядь. Хуя себе, блядь, поворот. Я спрашивал, то чипом припает. Его Никита. Клейминг поинт! Гринин. Никита Буянов. Нахуй Буянов. Буянов. Ждем, че, фамилию поменял, пидорас. Шатов. Опа, от дивана. Я, короче, спрашивал, типа, сколько стоит, типа, обучение в этой хуйке, блядь. Какой? В лайфстайле. Ну, в крипте движется. Это. Двинулся, блядь. Ну, знаешь, цена, блядь, випка. Сорок тысяч. Обучение, блядь, 40 тысяч. 40 тысяч. Клёво, чё. Стандартная, блядь, 30-ка, нахуй. Кинь, блядь. Обучение в этом дерьме, блядь. Угу. Блядь. А ты, блядь, а вдруг меня нахуй не убьёт, блядь? А?
Честным человеком, мне прокрашу все, бля. Да? Ну, посмотрите, настройки как тут. Кстати, ты знал, что Уолт Дисней получил 302 отказа, прежде чем создал свою компанию? Нет, блядь, не знал. Ты знал, что Майкла Джорджана, одного из известных спортсменов мира, приняли в школу баскетбольную, не приняли в школьную баскетбольную команду? Да ну нахуй. Чё ты за хуйню тут читаешь? Да, этот мне клип прислал, ЛС делай деньги, блядь, знаешь. Группа мне написала. Сказала, 30 первая книга, сейчас в мире сделал 350 миллионов. И чё, что, вот знаю я это всё, и что это мне, блядь, что это мне даст? Вот я сейчас, блядь, пойду нахуй, блядь, да? Вкинусь, да, в эту хуйню, да, в криптодвиж, блядь, да? И хуяк нахуй, бля, и все просру, бля, да? И с голой жопой останусь. Да, не, да, спасибо, да. Нахуй, мне это нахуй не надо. Это да. Итог, блядь. Я вообще хочу, чтобы, я хочу вообще, чтобы это крипто хуйня вся эта, блядь, рухнула, блядь. Закончилось, короче. Как МММ, блядь, в 90-х, блядь. Вот другой батарей. Это вот. Любучая хуйня, да? Enemy kill. Что, типа, вот нормальная жизнь, чтобы, блядь, сидишь и строили нормально, типа, адекватно постоянно. Да, чтобы можно было передить нормальный компьютер, да? А не, блядь, продать нахуй, блядь. Все, блядь. Я не понимаю, где люди перез... А, это разминка была, что-то. Калаш тяжелый. Прометей. Как быть бедным, как там говорил Томас Анджело, блядь. Лучше быть бедным. Да. Как, блядь? Ну, смотри, Томас Анджело. Как там, блядь? Минус один! Блядь, долбоёб, вот нахуй ты, блядь, мешаешься, блядь. Бегает, сука, потом боишься стрельнуть. Ждёшь, пока он пробежит, тебя уже выцелили, блядь. Сука, аутисты ебаные, нахуй, долбоёбал, блядь. Ну по кому ты стреляешь, долбоёб? Пожалуйста, это сделано! Красный! Минус
Блядь, тут я тупанул, конечно. От меня видел прям просто три. Я тебе три убийства пойдет. Здравствуй! Посчитаю. Чужая граната! Хэта. Ну или почти что в хэта. Ну там еще один сейчас пойдет. Иди сюда. Сука. Варвар прям со 105-го рубит, дай бог, конечно, всем. Мы как-то немножко подтягиваемся, вроде инициативу, которую перехватывают. На нахуй. Блять. Ну ладно, в любом случае его убили, они дали ему пройти дальше. Это здорово! На. Ах, вы сволочи, они запустили это говно, короче, летающее. Блять, он меня видел, я его не. Ну хотя да, он меня, возможно, и видел, блядь. Я понимал, что он где-то там, но где это кино? Опять отстаем за счет они этих. За счет своих ботов ебаных. Летающих. Они вырвались вперед. Варвар них рубит, пиздец, он, блядь, первый нахуй. Дичь такая, бля. Ну, на нахуй. Мало, да, хорошо, что натыкал тебе говно, блядь. Так, на префайре ёбнул, блядь. Так норм. Так норм. Ребятам бы собраться, бы, конечно, 56 дней, а не за счет ботов летающих игр, блядь, понятно. Я вот затащили миссии, счет этого только.
Подержи огнем. Это было бы как, бля, подержал бы огнем. Завалил его! Минусанул! Блять! Ну, такое, конечно. Это вот, я не знаю, люди очень быстро стреляют здесь. Опять хуйня летает. Зачем быть бедным? Опять запустили гол. Мы живым, чем богатым покойником, блядь. Денис. Не знаю. Зачем быть бедным, но живым, чем богатым покойником. А лучше богатым живым. Вот это самый лучший вариант сейчас. Один готов! Один готов! Минус одну. Это не затащит. Бля, этот тут же повернулся. Вот как увидел, я хер его знает, боком. Тут же повернулся, махом, короче. Даже плюнуть не успел. Как видит, ему. Махом повернулся тут же. Чувствует, что ребята подрубленные все нормально ходят. Вражеская артподготовка! Завалил меня! Цель уничтожена! Это сделано! Ту-ту. Минус один! Цель уничтожена! Кидаю хлопушку! Да? Прометей, долбоёб ебать, саны, что ли? Я не могу понять, блядь. Да, Прометей уёбок, я понял. Здрасте, меня зовут Прометей, я долбоёб. Один, отпущаю. Да, но у меня там горит. Дом горит? Танк. А, нормально. Блять, меня покебали нахуй. Есть пробитие хуй? Да, все по нахуй прям. Я гей. Стал геем, блядь.
хана ему! Как говорил Глад Валакас, я, говорит, танкист, я, говорит, что-то там это, гей, да? Да, гей. Говорит, долбоёб, тебя же, говорит, на Твиче забанят, блин. Чего, так забанили, да, мы YouTube стримим. Валакаса забанили? Так Валакас уже как давно забанили на этом, блин, на Твиче. А сейчас он где стримит? На Ютубе? На Ютубе, да. Уёбывался Владик, хули. Он же с этим Моргенштерном сейчас стримит. Да ладно. Да, блядь, реально. С Моргенштерном стримил, ему ещё Мелстрой там донатил, блядь. Мелстрой ему там донатил, там, блядь, лям, там, донатил, нахуй. Вот я скидывал видос. Мелстрой задонатил 1 миллион рублей на стриме Моргенштерна и Глада Валакаса. Неплохо. Прикинь, да? Они там, короче, в КС-ку играли, блядь. Нормально, да? Морген, этот. Мы так играли в КС, блядь, вместе, сука. Пиздец. Моргенштерн. Okay. Ну, мама, да. Не, ну хоть у Моргенштерна песен, музыка говно, но он, блин, ну, хороший человек. Хороший парень. Да? Да. Сейчас, прошу прощения, звонок. Я и так нахуй в главном меню сижу, блядь. Так, операторы. О, да! АК-105 наконец-то, блядь.
Что я могу на него поставить? О. Нормально. Такая хуйня всякая. Да, пока такая хуйня, только вот такой прицельчик поставим. Но у меня теперь АК 105, братан. Соточка. Хочу АС вал себе, блядь. Это вообще тема нахуй. Урон, блядь. А 105 какой урон? 42 АС вал. 42 такой же, но 65 этот. 65, да здесь же отдача меньше, да? А вали. Нет, вали, наверное, меньше отдачи. У меня АК-105 теперь уже доступен в хардопсе. Блядь, что за хуйня? А, я могу его покрасить как? А хуй. Резмач. Ой, блядь, дичь. Работаем. Работаем. Быстро умер. Викинга убил, он меня, понятно, что нормальный размен такой. Ну это понятно, просто Егорка, ясно все. Егорка, блядь. Слышишь за километр и видишь всех, ясно. Егорик, блядь, с тобой все ясно. Просто щелкнул чем, блядь. Ну понятно, Минтус ТВ, блядь. Ну это вообще все видит, ебать. Хоть, блять, вырубай что-нибудь, ебать. На нахуй. Блять, блять. Носится он здесь, блять. Хороший игрок, 105-й, мне нравится. Ну, у него скорость. Но на противовесе уже ловит, ебать, он же сидит, ждет, хули. Тут вырубай нас, подруг, блядь. Ебаный хуй. Совесть-то имей чуть-чуть, долбоеб, блядь. Ну он видит, ебать. Он вообще видит, этот Минтус, это вообще все видит. Но... Конечно, хули. Ага. Знает, куда бежать, куда целиться уже, блядь. Сейчас на противоходе будет ловить меня сразу же, блядь. Ну, я не удивлен, блядь. Он уже сразу же присел. Не, вечерный балл. Блядь, отруби читы, уебок, блядь. Его руки, два? Сука. Через трейдинг, короче. Свечус, блядь, ты... О! О, блядь, да, еще один, нахуй. Есть. Заебали читеры. Короче, не играйте в эту хуйню, это хуйня, отвечаю, блядь. Читерская, блядь. Нам было в дей сразу же. Так говно ебашить, блядь. Вообще без вариантов, блядь. Почему-то именно дезматчи, по-моему, они свои читы, блядь, тренируют, нахуй. Этот вообще сидит. Это высовываться смысла нет, он засидит. Ну прыгай, прыгай! Свидание, просто Егорка уже высовывался, блядь. Уже нахуй ждал. Викинг честно играет, блядь.
хуя так же, как и я, блядь, это они. Иосиф Сталин. Иосиф Виссарионович. Сталин. Сейчас бы Сталина, да? Власть. Да что-то он всех посадил нахуй на бутылку. Да, блядь. Всех домах посадил на бутылку. Он бы человек как Сталин, да? Что он видел, ёб, ну хули там, блять, он все видит, ебать. Заебал, вырубай читы, олень, блять. Сука, блять, читеры ебаные, блять. На нахуй, блять, долбоёб, просто Егор. Уже прицеливался. Даже читы не помогают тебе, блять, ёбка. Минтусу он помогает, вот, блядь, чуть быстрее нажимает на клавишу просто, блядь. А, блядь. Сейчас Минтус, он меня уже, знаешь, спалил сквозь стену, блядь. Видят, видят, что там говорит, заебали читерить. Не играть в это говно читерское, блядь. Я вообще за платную эту хуйню покупал давно, блядь. Как мне играть в такое? Сейчас невозможно вообще, блядь. Говнище, блядь. А чё, блядь? В Таркове, это игра от разработчиков Таркова, если в Таркове говорят одни читеры, то здесь таки подавно, блядь, всё кишит. Они скелеты мои видят, просто Егорку уже видел, блядь, уже видел, нахуй, где я, блядь. Он бежал уже на меня, ебать, не там говорить. Вот, у тебя вот высунулся, да, вот чуть-чуть, вот, блядь. Почему у меня команда такая дауна, блядь, а? Только ебаные дебилы, блядь. Да у вас в АПБ там читов дохуя. Так же, как и вот здесь тут, блядь. У меня тут тоже вот два читера бегают, прям заметно, что читерят. Но на них хоть репорт киданем нахуй. Первое, просто Егорка нахуй. Как пожаловаться-то, блядь, на него? Бесплатная игра, блядь. Никак, блядь, да? А вот. Пять день нахуй проебал, блядь. Надо играть на консоли, там читеров вообще нету на консоли, блядь. У меня нет консоли, блядь. Я вот тоже думаю купить нахуй в следующий раз консоль, нахуй. Чтоб был ПК и консоль, да? Не, чтоб на консоли играть, а ПК, знаешь, для работы тупо. Еще, блядь. Читеров дохуя на ПК, невозможно. Эти, блядь, эти убогие, погонять. Сука, долбоебы. Уже заебали, честное слово, блядь. Невозможно. Уже просто невозможно. Знаешь, долбоебы убогие. Криворукие, блядь, инвалиды хули. Против Минтуса просто повезло, он меня видел уже, блядь, был готов, блядь. Я тут на него вперед попер, вот не успел нажать на клавишу, чтоб мне в голову все прилетело, блядь. Уёбок ссаный, блядь. Викинг, вот Викинг честно играет, я сразу же говорю, Викинг играет честно, по чесноку человек. И почему, когда вот я вот... Минтус всё видит. Когда, блядь, противник, сука, не достигаем, блядь, да? Блядь. Когда, блядь, я его увижу, он, сука, скрывается. Почему? Если в Hard Ops такая хуйня происходит, я представляю, что происходит в Escape from Tarkov, блядь. Слушай, если в Hard Ops, то нахуя читеров, в Escape from Tarkov еще больше, блядь. Я тебе говорю, блядь. Не советую, мне кажется, тебе покупать гитарку. Потому что я поговорил с админом сервера No Cheaters, да? Игру No Cheaters.
Он говорит, я бы мог бы посоветовать Бетарков купить год два тому назад, а сейчас, говорит, не советую. Да хуя читеров просто, блядь. Алло. Да-да-да. Хай. Хай, ты где был-то хоть? Дела делал. Дела делал. Спал, нахуй. Кик, хуй спал, блин, я ночью сплю, я днем никогда не сплю. Ты ночью со мной сидишь и планишь, как тебе сказать. На ней. Со мной сидишь ночью. Ну я же не ложусь в 5 утра так-то. Ну да. В 3 ложусь. В 3:30 так где-то максимум. С этого дня ты ложишься в 5. Утра. Да. В 5 утра я до бесконечности, бля, сидишь со мной. Мы весело. Я на велике катался. А, клёво. И нахуй тормоза пропали. Че нахуй не врезался на. Дезматч вообще нахуй не играет, не читеры. Два читера, блядь, сразу же нахуй. Блядь, не успеваешь высунуться. Чуть в ламбу не влетел, понял? В Ламборджини, а ты видел? Реально не тормоза. Стоит брать этот парк. Нет, не стоит, Дим. Я тебе говорю, пока не стоит. Ну, знаешь что, ну еще что-то. У тебя пердак сгорит, блядь, ты будешь орать, я, нахуй. По ей могу не брать. Не, если ты хочешь, чтобы у тебя пердак сгорел, на здоровье, блядь. Мне может один человечек дать аккаунт. Погоняй. Ну вот погоняй по аккаунту, блядь, там уже решишь, блядь. Погоняй на его аккаунте, там уже решишь, стоит или не стоит. У него второй аккаунт. Просто скажи, я вот думаю, брать не брать Тарков, дай мне, пожалуйста, поиграть АК, блядь. Я буду продавать. Не, я играл. Он мне уже давал, потому что я на взводе бегал, а на камашке не бегал. Я бы продал бы какому-то дебилу аккаунту. Там, блядь, Артур показывал видео. Артур, скинь ему видео. Читер, помнишь, ты показывал? Старты. Я говорю, я какому-то дебилу бы продал бы аккаунт. Старому дебилу. А, тебе уже надоело, как понял. Тарков надо. За дорого продал бы, блядь. Совсем шматьем, да, короче, тут совсем. Это мало чего. По-моему, тебе дохуя всего. Завалил его! Тут, блять, в хардопс читеров, ребят, дохуя. Прям просто сразу же в хэт, нахуй. То есть, ты даже, блять, ихнуть не успеешь. Короче, я пришел в гараж, блядь, делать тормоза, нахуй. Сегодня, блядь. Но... А чё у тебя? Я тормоза один на лодке. Чуть в ламбу не улетел, да? Да я никуда не уезжал, хуже. Так во дворе покатался, только и всё. Минус, дури! Чё, блин? Я так пробовал, ты сказал. У нас Ламборджини не ездит. Угу. Это редко очень можно видеть. Я вообще ни разу не видел. Вообще можно видеть вообще нет. Я вот ни разу ламбу не видел в жизни, нахуй. Мафию видел. Я простой чувак из деревни. Какая нахуй Москва, блядь. Я комара видел. Он ли Мухансранск, братан? Тоже комару видел. Комар у нас вообще ездит, не только так ездит, блин. Москва, блядь. Москва это для вас, Москва для меня. Это о как далеко, блядь. Не выполняйте эти задержки, ебучие нахуй. Попроси Димон лучшак. Покатайся на Акин, погоняй на Акин. Кататься. Да. Так ты сейчас пойдешь тормоза делать, гараж? Я уже сделал, вроде бы. А, ну все тогда пока. Надо обкатывать. Будет. Как, блядь, только пускай. Завтра катайся. Один. Мы очень раз катались. Мы заехали в парк, там катались, короче, да. Я, короче, начал, короче, рофлить нахуй. На заднем колесе начал кататься, короче, понял. Я, короче, такой за ним еду нахуй. И резко падаю, блядь, на копчик нахуй. И все, блядь. Весь рофл, да? Нет, мне было не весело, блядь. Смеялись, блядь, а мне было больно. Мне АК 105 доступен теперь. Я сука, фотка-то реально нахуй, столько типа, блин, клёно.
Бля, запчасти на велосипед дорогие, пипец. Прикинь. Да. Бывает шо. Ну хрен знает, типа. Плов, отстрел собак и хватит. Я хочу еще фонарь на велик купить, какой-то жесткий. Что сделать? Фонарь. Блять. Вел фонарь. Да понял. Быстро! Первый раунд! Мне очень нравится в лесу кататься, блин, на велике. Нормально. Редлеры его съели, блять. Я говорю, у нас, блядь, что-то все нахуй передохли, блядь, с этого. Минусанул! У нас все что-то передохли с этого, Катя его. Те, кто бросал пить, у нас осталось 3 человека, кто не пьет. Я, Андрюха и Инка. Инка тоже пиво не пьет. Все, блядь. Если у тебя память ниже 2100, по-моему, мегагерц, то в Тарков не стоит вообще играть, блядь. А у меня 2400. Минус один! А кто тебе сказал? Это кто сказал, что... Потому что это проверено, блядь. Буянов, что ли, так сказал? Да не, это проверено уже, блядь. Я ж сижу на форуме так-то в Таркове. Ага. Там люди пишут. На них вылетает, лагает, блядь. Берем точку! Ну, блядь, оперативу подряжать. 16 гигов, нахуй, не хватает уже, блядь. 32? Ну, они файл подкачки ставят. Не о, хватает, это короче, пиздец. Вылетает игра, но... Это, конечно, трэш, ебаный, хули отвечаю. Все на вторую точку! Это, конечно, трэш, ебаный, я сразу же говорю, блядь. 2400 МГц, 32 гига оператива надо, блядь. Завалил его! Ну, вообще, желательно трёшку. Ну я понял, да. Больше. Это понятно. Минус один! Блять, понимаешь, мне хватает читеров вот здесь, в Хардопсе. Их дохуя просто, блять. Будьте людьми, а не убийцы, блять. В общем, я говорю, надо играть в игры надо на консоли. Only на консоли, блять. И в DS, и во все игры. Играть только на консоли, потому что все это хуйня, блядь. Слишком дохуя читеров, античит не справляется нихуя. А на консоли, по-моему, даже античита, по-моему, нету, да? Или есть? Хули, там как читер? Может и есть, но там, блядь, нереально читер. Там их вообще нету читаков вообще. Хули, Тарков, он, блядь, фу, нахуй, я не знаю, блядь, че он такой, нахуй. У всех вылетает, блядь, я смотрю, нахуй. И все прям, блядь, просто комп себе обновляют ради Таркова. Зачем, блядь, не понимаю. Нахуй. Не пошел. Сейчас тут чел написал, типа, блин, я уже там винду там раз 10 переустановил, потом игру там раз 500, блин, и все равно игра вылетает. Я в Дискорде сижу на официальном, у них, понял. И в разделе технически, короче, я смотрю, типа, проблемы у людей. Я понял, в разделе полный трэш, ясно все, блядь. Минусанул! Минус турист! Завалил его! Один готов! Пиздец, нахуй, что это такое, нахуй? У людей вообще, нахуй. Этот сделан! А у него там минус? Дари скрин, нахуй, как тебе такое, блядь? Тарков, у него какой там минус, блядь? Дари, блядь. Чё, братан, подожди. Какой у него, блядь, Windows, нахуй? Десятый, блядь. Ой, блядь, чё это? Это чё? Это Тарков, блядь. Я просто не прогрузилась она еще. Завалил его! Не прогрузилась. Да они с такой оптимизацией могут идти нахуй. Я говорю, в Хардопсе сплошная читерня бегает, малолетняя. То есть играть в Хардопс вообще резона нету, потому что античита нету, я как понял. У тебя SSD стоит? У всех он стоит, блять. Кто? Тарков нахуй. У меня есть SSD. Ну я нахуй. Сам Буяна говорит, вы с SSD играйте, но. Угу. SSD, блядь. Без SSD в Тарков уже никто давно не лезет. Это баги, блядь, эти интернеты. Какой нахуй? Это баги игры, блядь. Пошли не нахуй со своим Тарковым. Вот Артур, честно, пошли не нахуй со своим Тарковым, веришь, нет, блядь. Ну, блядь, он не стоит своих бабок. Конечно нет, ебать, это подделка, ебать. За страдания, блядь, вот,
за фризы всякие, лаги, блядь. Да не знаю. Синхроны, блядь. Там чел, помнишь, что-то телепортился, блядь? Да. Чё это нах такое, блядь? А у него фризил, он телепортился. Тот стреляет, блядь, по нему вообще пухлин, он пролетает, как Супермен какой-то, блядь. Я говорю, тут одни проблемы, короче, потому что она еще в стадии разработки находится. Если какие-то вопросы к Буянову есть, он просто скажет, игра еще в стадии разработки, и все, блядь, идите нафиг, блядь. Так он так и делает. Да. Типа, вы сами купили, я и сами, блядь, страдайте. Вот, страдай. Был, страдай. Ну. Там же черным по черным по белым пишут рисовать. Вы там это покупаете, там, ДТ. Не понимаю, блядь. Не понимаю, блядь. Пробития вообще никакого не было, блядь. Кто его знает, блядь? Чё с этой игрой не так? Я хочу поехать риск. Здесь хочу появиться. Один готов! Да. Игра просто какая-то. Сосал, блядь. Нет, сама оптимизация была. Игра-то нормальная, но сама оптимизация. Игра должна быть с открытым миром. Тогда я, блядь, скажу, о, да, Тарков охуенно. Завалил его! А пока она без открытого мира, мне нахуй. И даром, блядь. Побегать, да, пофармить. На самом деле, ни одна игра так херово не работает, как Тарков в 21 году, блядь, если честно. А, есть еще одна игра. Star Citizen. Нет, есть... Star Citizen играл, нормально все работает. Еще одна есть. Star Citizen. А. Вот там тоже трэш, нахуй. Неоптимизированный, блядь. Пожизненная бета, блядь. Бля, я все игры играю на хард, так-то новое, да, типа ВДБ, короче, вообще nice hard, бля. И, короче, там, ну, все нормально, да, на всех играх, блин, загрузки. А вот Тарков это долго нахуй грузить на харде. Надо на SSD ставить, блин. Прикинь. Угу. Star Citizen такая же шняга. Если, блядь, ты на если хард поставишь, да, ну, Тарков на хард, то на рейд будет по 5 минут, и такой больше. Охуеть. А так у меня за минус. Ну ладно, за две, блядь, пускай за две будет. Нахуй на надо, блядь, ебать, этот Тарков еще на SSD ставит. Смеются, блядь, с графоном, да, блядь. Хотя бы не сотку, блядь, как колда. С таким, блядь, графоном я ебал, короче. У меня на SSD это... У меня тоже винда стоит на SSD, мне похуй. Я остальное все на хард пихаю. Вот, допустим, даже, блядь, огромнейшую карту, да. Носками все нормально на HDD, блядь. Вообще все изи идет, блядь. Да, там город не оптимизированный большой. Ну хрен бы с ним, но остальное это все шикарно, блядь. А Тарков, блядь, я ебал, блядь. Это еще и сессионка, блядь, там. Кто-то мне дал для себя. Это как кстати из Dark Souls мира шута. Dark хуесос, ебать, Dark Souls. Еще она так требует, да, много они. А потом, блять, а потому что криворукие уёбки, ё-моё. Движок нахуй там заточили нахуй, я не знаю под что, блять. Почему не заточили? Просто говёно играю все, блять. Параметры пониже надо сделать, блять, хорошо. Сейчас параметры, они криворукие. Подняли, блять. Еще RTX лучи хотят вести, блять. О, блять. Ебать, блять. Вообще сказали, RTX лучи, блять. Технология, да нельзя, не обкатанная, блядь. Да нельзя, не обкатанная. Где карточка стоит, блядь, как это, нахуй. Да, и вообще RTX Luxury, говорит, технология абсолютно не обкатанная. И даже, блядь, многие, у кого пиздатые RTX и видеокарты, прикинь. А как короче, прикинь, они играют в Киберпанк, допустим, без RTX, блядь. Потому что, говорит, технология говённая, блядь. Такая вот хуйня, короче. Технология вообще, блядь... Дно а вообще, что? Блядь. За что деньги-то отдавать? А, я не знаю. Я купил что-то за свой. Так ты вот чистота там. Не парик, блядь. Малолетний школьник, не парик. Или эти лучики нахуй там, блядь, ебаная. Ну, да, нахуй никому не нужны, блядь. Я про то же говорю, блядь.
Ой, лучики, блядь, смотрите-ка, блядь. Заебись, блядь, ебать. На, нахуй, давайте, блядь. Вот он, лучики, нахуй, там, блядь. 100 тысяч, блядь, рублей, там, 150, нахуй, блядь. За надо, ну, за одну карточку, нахуй. Охуенно, да, блядь? Где, блядь, нахуй, ебать, блядь, в России, блядь. Да устраивались мне эти лучики, знаешь, блядь. Не, я поиграл на RTX в Киберпанк, и знаешь, что я могу сказать, блядь? Это просто пиздец. По причине того, то, что я подхожу, допустим, к окну, и я вижу свое отражение, то, что за окном я не вижу. Ну, то есть бред какой-то, как в зеркало, блядь. Я такой, чего, блядь? Все, победа, блядь. Деньги, давай. Победа. Все, на... Я тебе карту нахуй, ну штуку, блядь, там 150 тысяч, блядь. Так, ну блядь. Ладно, ребят, на сегодня стрим прекращаю. Хардопс полное говно читерское. Не играйте в эту игру нахрен вообще никогда. Ну если у вас крепкие нервы, на здоровье, конечно, попробуйте, если у вас есть читы, вперед, Хардопс для вас. Всем спасибо.